Я очень рада вас видеть. Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу. Лиза! Я уже сам отрекомендовался, Елизавета Михайловна. Вот Сергей Петрович Гедеоновский, сослуживец моего покойного мужа. Наш старинный знакомый. Милейший человек в уезде, статский советник. Мамочка, мамочка, Владимир Николаевич едет! На красивой лошади едет! Этот Владимир Николаевич вечно что-нибудь придумает. Вы знаете, кузен, у нас в этом году столько гостей из столицы. Сергей Петрович, идите сюда.
Можно мне разик покрутить? Конечно, фройлен, у вас это получится лучше. Schönes Fräulein, Sie müssen die Kurbel rechts rumdrehen. Rechts rumdrehen. Ну да, ребенок. Ну, милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? С нынешнего дня я вас жалую в пажи. А вы не забывайте, что паж не должен отлучаться от своей госпожи. Вот вам знак вашего нового достоинства. И знак нашей к вам милости. Я от вас прежде получал другие милости. Какая у него память. Ну что ж, я готова. Извольте. Пойте, мой паж. Сегодня будут все, кого я желаю видеть. Или почти все. И мы будем рассказывать друг другу самые невероятные истории. Так что готовьте свою историю, мой паж. Она уже готова, и вы ее знаете. Вы хотите быть профессором истории? Да, или философии. Скажите, между вашими университетскими товарищами были замечательные люди? Нет, Елена Николаевна. Если сказать по правде, было, говорят, время в Московском университете, только не теперь. Теперь это училище, не университет. Впрочем, я должен оговориться. Я знаю одного студента, правда, он не моего курса, это действительно замечательный человек. Он болгарин, Инсаров. Не русский? Нет, не русский. А зачем же он живет в Москве? Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какой целью он учится? У него одни мысли. Освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец довольно зажиточный купец из Тырнова. Его сестра, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Киеве. Замужем за старшим учителем истории.